Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Многие люди знают, какое самое просматриваемое видео на YouTube, или самое залайканное или задизлайканное видео. Кстати, если вы не в курсе, вот оно. Аж 17 миллионов дизлайков. А как насчет самого длинного видео? Ну что ж, посмотрим. Итак, его длительность 596 часов, или почти 25 дней. Когда я первый раз пытался открыть его, у меня даже YouTube заглючил. В общем, на планшете я его даже не могу открыть, пишет, что не поддерживается на этом устройстве. Попробуйте посмотреть на компе, ссылку на видео я оставлю в описании. Однако это нужно конкретно заморочиться, чтобы создать такое видео. В общем, надеюсь, эта информация была для вас интересной. Всем спасибо, пока.